Богдан, ты такой молодой, но уже такой популярный. Ты знаешь, нам такое количество писем пришло в твой адрес. Ну, просто не сотни, а можно сказать, тысячи. И, ну, письма всякие есть, и глупые, и разные, ты их читал. Вот я, значит, выбрала просто несколько вопросов, как-то их обобщила. Но самое главное, значит, вот такой вопрос. Просто скажи, где ты родился, кто родители, живешь ли ты с родителями, как тебя звали в детстве? Родился я в Одессе, на Украине. С родителями жил до 10 класса. Потом уехал в Москву. И вот с тех пор в Москве учился в музыкальном училище. Потом в армии служил в Москве. Потом в институт поступил. После этого занимался карменом несколько лет. Ну вот сейчас у меня сольный проект, так сказать, Хайнерджи. И зовут меня Богдан с детства. Мама называла Богдася. Вот это и хотели узнать. Теперь следующий вопрос. Вот скажи, кто твой любимый поэт, писатель, композитор? Вот, пока это. Ну, это сложный вопрос. Я очень много читал в детстве, вот в школьные годы. Сейчас, конечно, у меня времени не хватает, хотя я, конечно, жалею. И любимого писателя трудно очень выделить. Мне многие нравятся. Музыку я люблю современную, модную. Хотя классику тоже слушаю. Имеется в виду, наверное, классический композитор. Люблю очень Баха. И, ну, не знаю, Моцарт нравится. Из наших Рахманинов очень нравится. Теперь скажи, какое твое любимое блюдо, которое ты можешь есть без конца, и какой твой любимый напиток? Любимое блюдо, все, что готовит моя мама, она очень вкусно готовит. Я с удовольствием поедаю все, что она делает. И редкие моменты, когда я приезжаю домой сейчас проведать ее, я с удовольствием поедаю все, что она приготовит. А напиток, ну, тоже, наверное, компот, наверное, вишневый. Ты не куришь и не пьешь, у тебя нет вредных привычек. Ну, в общем-то, если считать, что это вредные привычки, то да, я не курю и не пью. Азартен ли ты? Играешь ли в карту, в рулетку, может, в футбол, может, в кегли? Футбол, это, наверное, не азартен, а спортивен. Да, я люблю спорт, я в 9 лет занимался плаванием, у меня есть разряд, я кандидат мастера по плаванию. И спорт я люблю очень, занимаюсь спортом, и, в общем-то, на сцене все танцы более так спортивные, приближены к этому, по крайней мере. А то, что касается азартных игр, то я ни с государством в азартные игры не играю, ни в автоматы игровые, ни в рулетку, ничего. Я это не люблю. Скажи, нравится ли это твое собственное отражение в зеркале? Смотришь в зеркало, ты себе нравишься? Когда утром смотрю, когда чищу зубы, честно говоря, нет. А когда перед выходом на сцену, когда уже... Помогают мне костюмеры, гримеры привести себя в порядок, так сказать, выглядеть нормально. В общем-то, это шоу-бизнес, это же работа. Я должен выглядеть соответствующе. И, конечно, сейчас я тоже после концерта уставший.